строят парковку для автомобилей, а то нету места, где жителям этого района ставить свои машины. Вот, оставляет машины и застрял автобус, не может проехать. Приехала полиция, ищет хозяев этих машин, чтобы мог маршрутный автобус проехать. Вот, построят парковку, а там на улице поставят знаки, чтоб нельзя парковаться. И проблема исчезнет. Автобусы сможет свободно проезжать. Ну вот. Нашли хозяина автомобиля, девушка пришла. Ну, сейчас и автобус поедет свободно.